Лечебный горячий источник в родном селе или простое хулиганство? Этим вопросом задается Олег Сидоров. Несколько дней назад в одном из колодцев резко поменялся состав воды. О происшествии зауралец узнал от знакомого. Но мы подъехали с его матерью сюда. Правда, зачерпнули. Я думал, может, он кипятильником нагрел там или как. Нет, почерпнули. Он при нас почерпнул. И вода была горячая, такая градусов 50. Раньше этим колодцем пользовались на ферме, рассказывают жители Утяцкого. Теперь водой из скважины поливают огороды минимум 3 участков. Сельчан беспокоит температура воды – 27 градусов. Ведь, по сути, горячей жидкости под землей здесь просто не должно быть. На вид она обычная, без вкуса и цвета, но с запахом йода. Химический состав определят специалисты. Местные жители такому положению дел вроде и рады, смеются. Когда еще в село горячую воду проведут? Вот только за здоровье беспокоятся, свое и техники. Насосы портятся, начинают белеть. Белые вообще такой, все покрытые белые такие, как порошок. Налет такой. Высокая трава, деревянный сруб и отсутствие ухода. Вряд ли вода качественная и, скорее всего, пить ее нельзя, говорят специалисты. Но люди надеются, в Утяцком появился новый источник минеральной воды. Ольга Тыщик, Александр Меньщиков, Юлия Сафронова. Телекомпания «Регион 45».